Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале Insanus Balletus. И сегодня хочу вам рассказать вот такой вот новенький анекдот. Значит, муж с женой в ресторане, к ним подходит официант, спрашивает, что будете заказывать? Ну, муж так, что-нибудь экзотическое из морепродуктов. Официант такой, а как насчет каракатицы? Насчет каракатицы? А она пускай сама заказывает. Вот такой вот анекдот. Если вам понравился, ставьте лайк, пишите комментарии. До новых встреч!